объявлял среди школ и населения на изготовление скворечников, на изготовление информационных стендов. Вот, первыми привезли нам скворечники УФСИН. Акция проводится до 3 апреля. 3 апреля у нас на территории Казанского зообукса состоится праздник, посвященный Дню птиц. Будут проведены экологические эстафеты, викторины, конкурсы. Все это на тему, посвященную Дню птиц. И 3 апреля любой, кто изготовил скворечник, может пройти в Казанский зообукс бесплатно.